Я думаю, что роль депутатов, маслихатов в стране одна из важнейших задач. Перед депутатами стоит это вопросы, те, которые поднимает наше население, наш народ. Я думаю, эти вопросы должны решаться. Я как депутат уже третий созыв, депутат Степногорского городского маслихата. Много поднимается вопросов, много проблем, с помощью которых мы решаем и будут в дальнейшем решаться. Хотел бы сегодня поздравить с 30-летием маслихатов, пожелать всем дальнейшей напряженной работы, быть всегда с людьми, с населением, с народом. Алга, Казахстан.